Очень приятно было наблюдать за первыми профессиональными шагами Егора Корешкова в колледже «Моросейка». На курсе была замечательная атмосфера, которая явно способствовала его развитию творческому. И уверена, что именно здесь зародились первые его мысли и намерения стать актером. Очень приятно было помогать ему подготовиться в театральные вузы, радостно наблюдать за тем, как он поступил, как он рос, развивался. Очень интересно было работать с ним в театре «Комедиант», когда он, будучи студентом ГИТИСа, играл у нас молодого Булгакова в спектакле «Доктор Б». И, конечно, большое счастье видеть, как Егор обретает собственные крылья, как он выходит на свой собственный творческий путь и становится настоящим мастером. По-моему, это большая удача, что Егор решил поделиться своим опытом поступления в театральные вузы в моей книге «Веселых актерских тренингов. Знакомься, это ты». Думаю, это поможет очень многим людям, которые решили связать свою судьбу с актерской профессией.